operacije. Želim zahvaliti vama novinarima da ste toliko detaljno izveštavali o kompletnom toku operacije. Благодаря вам не только в Сербии, не только в России, везде знают об этой крупнейшей гуманитарной операции. Захваляючи вам, не саме у Сербії, не саме у Русі, не буду повно шире, знаю о вашій операції. Я хочу поблагодарить руководителей муниципалитетов Северного Косово. Желим захвалити руководителям община на Северу Косово. И я хочу поблагодарить тех, кто стоит и продолжает стоять на баррикадах. Желим захвалити онима, кто Йошовик, стоя на баррикадах. За то, что все они с пониманием восприняли эту гуманитарную операцию. За то, что с соразумеванием прихватили обу гуманитарную операцию. И благодаря всем нам мы можем сказать, что операция завершилась успешно. И захваливаючи свима нам, мы можем докажем, да и операция завершена успешно. Вала. Конвой, который выехал 10 декабря. Конвой, который кренул 10 декабря. Вчера достиг Ниша. Вчера достиг Ниш. И буквально в это же время начал разгружаться на складах. И у правосада отпочне из товар на складе, что там. Так что можно сказать, что вся операция с двумя конвоями завершилась. Так когда можем докажем, да, комплектная операция со две колонны завершена. Мы ожидаем, что прибудет еще самолет МЧС. Ожидаем, да, частично еще один авион МЧС. С которым в Косово будут переправлено медицинское оборудование и лекарства. Кое-что донати медицинского прему и лековое за Косово.